Открывай, журналюга. Яков Николаевич, а вы что это тут? Подъем, журналюга, хватит дрыхнуть. Московское время, блин, часы просрал. Короче, тут такая новость, а ты дрыхнешь. Так а что случилось-то вообще? Ты что, вообще тупой, что ли? Во всем мире люди умирать перестали. Все, чем все закончится, один ты ни хрена не знаешь. Это, журналюга, я вот тут газетки взял, письма. Не знал, какой ящик твой, поэтому со всех собрал. Ты чё, журналюга? Такая новость! Событие мирового масштаба. Весь мир от нее на ушах стоит. Один ты от нее на жопе сидишь. Вы про то, что вон Северная Корея, США чуть третью мировую не начали? Вот ты дурак, журналюга. Ты чё, серьезно в эти страшилки веришь? Да ни один мировой лидер третьей мировой не допустит. Это ж надо идиотом быть. Конченым просто. Яков Григорьевич, мы с вами сейчас про Ким Чен Ына и Дональда Трампа говорим. Опа. Тогда реально по тоненькой проскочили. А, журналюга, читай новость. Кандидат в... Яков Григорьевич, вы чё это? В главы республики, что ли, собрались баллотироваться? Да? Читай такую новость, я преподнес на блюдечке с голубой этой. Это хреновина. Яков Григорьевич, очень рад за вас. Надеюсь, у вас все получится. Алло, дядь Володь, чё, как там у вас в Лессибирске дела? Да вот, переехать к вам просто подумал. Слушай, а чё как с работой? У меня, да высшее филологическое, у меня награда есть международная за статью в... Чё? Да. Листовки раздавать смогу. Ну чё, журналюга, давай праздновать, доставай коньяк. Яков Григорьевич, у меня как-то и нету его. Ну и хрен с тобой. Давай, мой, разбивать. Яков Григорьевич, а не рановато? Время-то еще даже не обед. Так я тебе и не пожрать предлагаю, а бухнуть. Стану главой республики. Наведем тут порядок, мать-перемать. Сделаем Удмуртию снова великой. Ну как снова? В первый раз. Яков Григорьевич, да зачем вам это надо вообще? У вас и так же все есть. Вот ты тупой лягуха репортажная. Это ж тебе с твоего болота кажется, что у меня все есть. А мне с моей колокольни виднее. Что у меня есть, а чего у меня еще пока нет. Завтра стану главой республики, а послезавтра, глядишь, и вся страна откупорится. Хороший план, Яков Григорьевич. Всяческих успехов вам в нем, все от такого, что все у вас получилось. А можно немножко побыстрее, а то вообще мне никак нельзя на этот самолет опаздывать. Да успеем, чё ты боишься-то? Если скажи, что я боюсь, вы у меня билет отберете и сами отсюда нахрен улетите. Короче, журналюга, будешь освещать мою предвыборную кампанию от завтра и до победы. Яков Григорьевич, а что вы так уверены-то вообще, что победите прям? Ну ты тупой, журналюга. Эти люди в 2008 году за Медведева голосовали. То, что я зарегистрировался, это я считаю уже перенапрягаюсь. Короче, завтра к 8 в офисе. Я просто гулял тут. Хрена себе гулял, 10 километров до города. Так я это... Просто очень сильно гулять-то люблю. Все понятно с тобой, гуляка хренов. Я человека из Москвы встречал, перчика нам выписал. Давай садись в машину. Да не, мне тут, я еще туда погуляю. Давай садись, говорю, некогда мне. Thank you.
оператора не надо было с собой взять, да?